Но это же девочки. Это же девочки. С какого возраста они начинаются в зеркало смотреться? Да? С года, может, даже раньше. Начинают мамину помаду на себя примерять. Тоже. А здесь такая же картина. Они видят на старших детях красивые костюмы. У них, допустим, первые соревнования. И мама, конечно, будет стараться, чтобы свою вот эту вот звездочку пузатенькую одеть именно в костюм, который вот только у нее будет. На первоначальном этапе там, в общем-то, как получилось, так и получилось. Но есть уже, конечно, и совсем как бы профессионально сшитые костюмы. Девочки начинают расти профессионально, в мастерстве, выступают на соревнованиях, там уже все. Мы начинаем советовать родителям, как лучше, как сделать. Ну, как бы, вот, родители прислушиваются, и, в общем, получаются вот такие замечательные дети у нас. Костюм – это одна из главных частей, потому что, создавая образ, тренеры гимнастки, они думают, как бы донести то, что они хотят воплотить в упражнении, до зрителя, до судей. Маленький спектакль. Или это Кармен, или это там Тореадор, или там дети капитана Гранта. Это, в общем-то, везде разные образы, везде разные костюмы должны быть. Поэтому это, в общем-то, лицо упражнения. Основоположницей художественной гимнастики, в общем, прапрапрабабушкой нашей была Исидора Дункан. Это танец босоножек назывались. Они, в общем-то, как что чувствовали, то и танцевали. Это была чисто произвольная у них программа. Но при этом, конечно, не было у них такого, что это без мастерства. Это все с мастерством и на уровне. Вот. Сначала это были с корзинками танцы, с цветами, с шарфами. Потом потихонечку вытекло все в вид спорта. И Россия – родина художественной гимнастики, и первые специалисты были в Академии Лесгофта в университете. Вот, оттуда у нас и пошел вид спорта, который замешан на искусстве. Если у девочки синий костюм, если это, вот, допустим, групповые упражнения, про которые я могу сказать, то у нас музыка, увертюра к кинофильму «Дети капитана Гранта». А там море, там музыка соответствующая такая, что другого цвета вряд ли предполагает. Это синее море, это, конечно, какие-то там волнения на море, может быть. И, в общем-то, у них и упражнение составлено в соответствии с этой музыкой. И мы постарались с родителями подобрать им костюмы именно под эту музыку. «Дети капитана Гранта». Там другого как бы не предполагает. Если это была бы Кармен или, в общем, такой страстный испанский танец, то там желательно больше красного цвета. Сначала музыка, потом образ, потому что отталкиваемся все-таки от музыки, потом от данных девочки, сможет она выразить или не сможет. Есть такая композиция, допустим, такая музыка, которую не любая гимнастка может выразить, и смысла нет ей брать, ей попроще. А есть, наоборот, девочка, которая готова и может и по своим функциональным данным, и по всем показателям, она вполне может справиться со сложной музыкой. А дальше происходит так. У нас есть очень много хороших фирм, хороших ателье. Мы выбираем, можем из интернета повыбирать, можем одну деталь взять от одного костюма, потом другую от второго и от третьего. И, то есть собрать свой костюм и попросить именно специалистов сделать вот так. Потом подбирается ткань, подбирается, в общем, идет, не идет нам этот фасон, этот костюм. Если что-то нам смущает, и нам специалист говорит, что может не пойти, там расширит, там сделает уже, а нам это не надо, нам наоборот надо, допустим, где-то поменьше сделать. Вот, тогда мы уже смотрим, пересматриваем свое, как бы, вот, видение и шьем так, как нам советуют специалисты, но при этом не отходя ни от образа, ни от музыки, ни от чего. У нас есть спортивное ателье, мы часто заказываем «Блеск», это Томская область, там очень хорошо шьют. У нас здесь в Комсомольске есть швея, которая прям замечательно шьет костюмы. В Биробиджане есть швея, которая тоже замечательно шьет костюмы. И просто человек, который умеет шить, с первого раза не сошьет хорошо. У мамы не получится это однозначно, мама будет нервничать, переживать, у нее не будет получаться, она думает, будет про себя, какая я неумейка. Нет, просто это делать должен специалист.
Там и камни надо наклеивать, это очень сложная работа. И подбирать ткани, и лекала подбирать. И как бы вот весь костюм, он состоит именно из мелких деталей. А это очень сложно на самом деле. Вот если сейчас посмотреть все, что снял оператор, да, там видно прекрасно, до какой степени сложная работа. Наш вид спорта, он смотрибельный, он художественный, он с образом, он с выразительностью, с артистизмом. То же самое вот взять балет, да, ну выйдет девочка в черном костюме, ну и будет пытаться там станцевать танец маленьких лебедей, да, но это не будет смотреться. А когда она в пачке, когда у нее все прибрано, все аккуратно, все образу соответствует, то это как бы и здесь у нас то же самое. У нас, кстати, вот эти вот костюмы, которые пошли с юбочками, это тоже наше ноу-хау, российское. Это наш главный тренер страны, Ирина Александровна Винер, предложила сначала. Там обсуждение было очень сложное, не все согласились с первого раза, что зачем вам это надо. Но потом все поняли, что это действительно, это только плюс, ни одного минуса там нету. Любые соревнования, любые выступления, это и для детей, и для зрителей праздник. Но мы должны этот праздник преподнести вот во всех составляющих. Ой, могу вспомнить, конечно, ничего особенного, обыкновенный трикотажный, тогда вообще не разрешалось ничего особо, да, никаких камней, там мы не мечтали даже. Обыкновенный трикотажный такой полушерстяной купальник синего цвета, и обязательно, если я выступала за сборную края, на рукаве должно быть написано ХК, Хабаровский край. Вот, потом, когда промышленность наша текстильная шагнула далеко вперед и стали выпускать, допустим, кремпленовые там платья, крепдышиновые, ну, которые хоть как-то тянулись, мы покупали в комиссионных магазинах вот эти платья и сами перешивали, сами шили. Ну, тогда руки у детей были из того места на уроках труда в школе нас учили шить. И мы, в принципе, могли себе сшить купальник и в нем выступать. И у нас тоже были разные купальники, потому что все ходили по разным комиссионкам, покупали разные платья. Но, в общем-то, да, помню хорошо, что мы, в общем-то, этой проблемой занимались сами, потому что мы тоже девочки, мы тоже хотели быть красивыми. Должен подходить обязательно к костюму. Он не может выделяться и выбиваться, и такое чувство, что это что-то не совсем гармонично. Самый недорогой костюм, ну, можно и за 5000 купить или сшить. Или мы же, у нас такая практика есть, мы, допустим, сшили дорогой костюм, выступили в нем, не одни соревнования. Потом мы уже дешевле его можем предложить другим гимнасткам. Вот. А если это совсем новый и совсем простенький, ну, 4 000, 5 000. Вид спорта такой, тут, ну, как бы, должно быть красиво все. Сборная России, они вообще там запредельная цена. Если я скажу 500 тысяч, это как бы людей шокирует. Цена, она зависит и от качества страз, и от количества камней, и от качества ткани. И от мастера, который это все делает, и от модельера, который это все придумывает, связывая с образом. Если купальник только сшили перед соревнованиями, она должна в нем опробоваться обязательно. Она не может выйти в новом купальнике. Это вообще, ну, как бы, такого не бывает. Она хоть тренировку, хоть где-то, хоть как-то должна в нем, ну, поработать. Помочь девочке выиграть может только целеустремленность, тренированность и желание, стержень какой-то внутренний. В первую очередь мы, конечно, не на костюм надеемся. Мы надеемся на саму девочку, на ее разумность в тренировках и ответственность при выступлениях.